как-то. На портах. Ну, постели за калиматы нам дали. Вот стулья подставлены. Видите, калиматы, стулья. А сколько вы с 24 числа здесь или там как-то? Я здесь с 5:30 утра 24 февраля. И все время здесь, да? Только начали они в 5 часов бахать. Вы тоже работник школы? Нет, я в этом доме соседнем. Это у меня сегодня день рождения. Я вас тоже поздравляю. Пускай это будет следующий день рождения, будет уже... Нет, раньше, вы что? Это долго. Ну, просто как бы, ну, никак не крути, но следующий день рождения все равно будет через год. Конечно. Да. Я вас поздравляю. Спасибо. Пускай мир на небо быстрее придет в вашу жизнь. Да и в нашу, да. То, что надышали, то и есть. У нас вот хомячок есть. Собачка, кошечки, много. Хомячок. Первый день. На входе. Вот это не где было. У вас сразу? Посошел по улице, да? Нет, сюда бежал. Ну, надо посмотреть, дом разбило или не разбило. И судьба вот такая. Молодой парень. Спасли? И вот в угол школы нет, сразу нет, попало. И ногу оторвало. Он тут дня три лежал, пока не забирали. Два пожилых человека у нас. Два умерло от сердца. Ну, тут у нас когда первые дни вот эти два зала, и вот третий, это все, третий зал, все было забито, даже вот тут люди сидели. Ну и тут дверь выбила, смотря вот тут выбила, а дверь светиль сорвал, так как живет. Там в школе стена аж насквозь пробита. Стена закрывает. Если вы зайдете в школу, прямо кабинет сразу, вот за его стеной там дырки прямо насквозь светятся. А шумит. Толстая стена, да? Ну, пробила ее. Вот это в корт наш попало, вот здесь школы корт. Это корт, так корт идти, вот там басвальд там вообще. И дырки аж таки пробила. Ну, на осколки валяются такие басик снаряда. Ну, ничего, мы оптимисты. День рождения, ну а что вы говорите? После такого пережить, да, конечно. Ну теперь до 100 лет доживем, раз это такое пережили. Ну, у меня вот муж больной после инфаркта инсульта, и сын психически больной, они в этом доме в 40-м. Я им ношу кучу. Сюда они не могут, он у меня убегает гулять. А хорошо, когда я смотрю, детей нету маленьких, что уходят. И вот этот же весь трэш с 24 февраля здесь, да, вот эти все прилеты в школу. Это сейчас так уже. Это мы привыкли просто. Да. А первые три дня было страшно. На самолеты летали такие, что их было так слышно. Ну, самое страшное — это самолеты. Самолеты. Да. Такой свист, что даже... Что-то было, не грады, что-то такое, прямо свист такой был. Даже ребята на фронте говорят, ничего не страшно. А вот когда самолет летит, говорит, это аж до костей свой. У нас воронка за школой. Военные смотрели, сказали, это кассетные мины. А военные здесь были у вас где-нибудь? Ну, приходили, да, приезжали. Не, а именно части, так, чтобы стояли, там, отстреливались, типа. Не вон, завтра аж выезжают, бабахнули и уехали. То есть херячат, даже когда нету военных, да, получается? Потому что народов танк ездит. Нет, ну ходят по два человека. Не, ну, я имею в виду, не стоят там установки, артиллерия, такого. Нет, у нас тут не стоят. Стали на 7, выстрелили вот так. Ну, может, по времени, да, там, с двух до полтретьего лупят, там, по времени. Видите, какая 16-этажка страшная. Она вообще самая обгорелая. У нее снаряда столько сюда.